руководителем так называемой антитеррористической операции. В связи с событиями, произошедшими на юго-востоке бывшей Украины, мы объявляем за вами охоту. Вы можете воспринимать это как пустые угрозы или шутку, но когда начнут падать ваши командиры, попытки переговоров будут отвергнуты. Мы не дадим вам шанса, как вы не дали его женщинам и детям Юго-Востока. Особое внимание нас и наших товарищей привлекла деятельность командиров и их заместителей батальонов «Донбасс» и «Азов», а также всеми известные персонажи Аваков, Лешко, Наливайченко. Ждите в гости.